Продолжаем тему копченостей. Сегодня у нас с вами куриные окорочка. Сегодня мы их с вами приготовим специально для грилования. Вкус у них будет, как и положено, со вкусом и ароматом бекона. Для того, чтобы посолить эти ножки, нам необходимо, как всегда, 2% соли. Мы должны с вами поделить их пополам. 1% мы возьмем обычную поваренную соль, каменную соль, морскую соль. Короче говоря, любую соль, которая есть у вас на кухне. И 1% нитритно-натриевую смесь. Содержание нитрита натрия на 1 кг соли там всего лишь 0,6%. Ничтожно мало. А учитывая то, что мы собираемся его еще поделить напополам, то есть это абсолютно безопасно. Для чего нам нужен нитрит натрия? Самое главное для того, чтобы получить правильный вкус, цвет и вот этот вот беконный аромат. Без нитрита натрия у вас не получится. Это будет просто жареная курица или же просто жареное мясо, неважно. Нитрит натрия дает вот эту самую вкусняшку. Второй момент, для чего нам нужен нитрит натрия? Дело в том, что нитрит натрия подавляет развитие палочек ботулизма. Если мясо, допустим, будет не свежим, или же готовый продукт у вас полежит в холодильнике дольше, чем положено. Ну, вперед, ребята. Берем емкость и погнали. Значит, у меня 1% соли, 1% нитритно-натриевая смесь. Все это дело объединяем и в нашу емкость. Здесь у меня 2% от веса ножек, которые у нас здесь представлены. В вашем случае будут 2% относительно веса ножек, которые будут у вас. Поэтому, ребята, обязательно нужно иметь кухонные весы. 1% сахара. Как всегда, я использую коричневый тростниковый сахар. Он вкусней, он даст дополнительный цвет и карамелевый оттенок вкуса. Это 2% сухого чеснока. Чили. На 1 кг берите в среднем 1/2 чайной ложечки. Это получается 0,1% на килограмм. Ну, гораздо проще, 1/2 чайной ложечки на килограмм. Не превышайте это количество, потому что ваши окорочка могут быть слишком острыми. Черный перец. Такое же количество, 1/2 чайной ложечки на килограмм. Вот такая у нас красивая, ароматная подсолнечная смесь. Чувствуешь запах какой уже? Вау. Вах, вах, вах. Мама-джан, как говорят мои коллеги. Окорочка должны быть свежие, помните об этом. Чем свежее мясо, тем вкуснее и дольше оно у вас будет лежать после приготовления. Следующий момент. Вот так вот. Массируем. Делаем им массаж тайский. Ой. Везет. Окорочкам, да? Да. Мне кто сделал, да? Ты себя сейчас имел в виду? Нет, тебя. Меня? Это ты бы так сказала. Да, это правильно. Вот. Ну, к сожалению, ты не окорочок. А жаль. Окорочка наши готовы, засолили мы их, заматываем пленочкой, ставим сегодняшнее число, оставляем в холодильнике на 3 дня. Каждый день окорочка доставайте из холодильника и массируйте. Переворачиваем. Да, вот так вот помассировали, перевернули. Помассировали, перевернули. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы специи и соль равномерно проникли в ткани курятины. 3 дня прошли. Видите, какой цвет? Это говорит о том, что нитрит натрия хорошо прореагировал с мясом. Сливаем этот сок, он нам не нужен. Теперь нам нужно курочку эту помыть. Если бы я не планировал ее готовить на гриле, то я бы вот эти все специи оставил. Это же сухой чесночок, это не страшно. Но, учитывая, что мы с вами будем готовить горячую курицу, курицу, скажем так, приготовленную на улице, на мангале, вот это все надо убрать, для того, чтобы эти специи не горели. Я, как всегда, не буду мыть водой, а помою пивом. Нет. От этого продукт станет только вкуснее. Пиво придаст приятный цвет, аромат, вкус. Вот, видите, она чистенькая. Хорошо. Можете помыть в квасе, можете помыть в вине, но только не в воде. Ну, можете и в воде, конечно, помыть, это тоже не критично. Но видите как, я гурман. Каждый хороший кулинар, он экспериментатор. Он все время ищет уникальные вкусы. Вот, еще один момент. Обратите внимание. Ножка. Видите, я бедрышко, спинку убрал. Она нам не нужна. Все различные лишние ткани, скажем, шкурочки. Шкурки, да, тоже все освободил. Лишний жирок. То есть мяско, ножка, она должна быть максимально вот мясная, без лишних вкраплений. Теперь. Ножки оставляем на 2 часа оттепливаться. У меня прошло 2 часа. Ножки наши подогрелись.
Следующий этап – мы должны их приготовить. Как? Для приготовления колбас существует так называемая традиционная схема. Это обсушка, обжарка, варка. Но мы с вами не готовим колбасу. Поэтому этот технологический процесс можно с вами укоротить. Мы с вами сразу сделаем одну общую температуру 85 градусов в своей духовке. Если у вас печь конвекционная, включаете вентилятор. Если нет, ну что поделаешь, это тоже не проблема. Затем выбираете самый тяжелый кусочек из окорочков, взвешиваете его. Вот я взвесил, он самый большой. Берете термометр. Без термометра я вам не рекомендую начинать даже готовить подобные деликатесы. Купите термометр в AliExpress, он стоит пару евро, и у вас будет прекрасная возможность готовить колбасы, копчености и тому подобное. Итак, вставляем щуп. Выставляем температуру 75 градусов. 75 градусов – это когда курица готова. Многие из вас могут у меня спросить, ну ты же готовил грудку с меньшей температурой, ты готовил грудку 70 градусов. Да, грудка без косточки. Но когда мы готовим с вами целую курицу или окорочка, где есть косточка, нам нужно делать максимальную температуру приготовления 75 градусов. Вставляйте таким образом, так чтобы щуп прошел в самый толстый конец, в самые толстые края ножки, но при этом даже прикасался к косточке. Ну вот где-то вот так вот. Вот так вот его загоняете. Вот у нас щуп полностью вошел, прикасается к косточке. Закипятите чайник, крутой кипяток. Набираем в поддон, почти полный. Духовка у меня разогрета. Отправляем ножки в духовку. Термометр у нас с вами здесь. Кипяток вниз. Вниз самой духовки. Самый вниз духовки, да. Видите, курица лежит на пару. Да, курица лежит на пару. То есть у нас с вами получается эффект сауны. Когда мы моемся в сауне, мы заходим в парилку, что происходит? Открываются наши поры. То есть мы быстро прогреваемся, начинаем, скажем, потеть, ну и тому подобное. Ну и Борису заодно. Да, Борису заодно. По теории. Да, тот же самый эффект происходит с курицей. В любом случае, при температуре 85 градусов, она у вас будет готовиться не менее 3 часов. Где-то приблизительно так. Если у вас духовка без конвекции, без вентилятора, то может и до 4 доходить часов. Но это необходимо. Не нужно ее готовить при 180 градусах, так как мы готовим обычно курицу. Нет. Мы готовим с вами мясной деликатес со вкусом бекона. После этого мы с вами его будем или коптить, или же жарить на барбекю на мангале. Курочка наша готова. Итак, что мы с ней делаем? Первый вариант. Она уже готова. Ее можно кушать прямо сейчас. Она горячая. Если вы хотите, вы можете ее подрумянить на сковородке. Буквально дайте 2-3 минутки с каждой стороны, и она будет румяненькая. Внутри вкус бекона, сверху корочка. Ой, мама дорогая, очень вкусно. Второй вариант. Для чего я приготовил именно эту курицу? Вы обратили внимание, да, что на ней практически нет специй. Я ее приготовил для того, чтобы завтра на мангале, на огне, на дровах поджарить ее. Невероятно. Очень и очень вкусно. С горчичкой, с капусточкой. Вот эта вот курочка с пивком, ну просто будет заходить как песня. Также можно эту курицу закоптить, вот как мы делаем на балконе. И если у вас нет мангала, вы можете просто-напросто уже копченую курицу пожарить на сковородке. Сейчас я должен охладить ее до комнатной температуры. Она немножечко отдохнет, подсохнет, и я сразу отправляю в нашу коптилку. Наша коптилочка. Я копчу холодным дымом на ольхе. Процесс займет у меня в среднем часа 4-5. Встретимся уже завтра, и я вам приготовлю что-нибудь свежекопченой курочкой. Ребята, наша курочка готова. Коптил я ее в среднем 5 часов. Затем она у меня отдыхала в холодильнике еще часов 5-7. Вот посмотрите, как она выглядит. Аромат, я вам скажу, невероятный. Вчера просила у него одну ножку, не дал. Ну как же я могу дать, если я еще вам не показал, друзья? Да. Видите, какая она? Голодом, Марин. Да, мы хорошие. Ну ничего, сегодня попробуем. Шутка. Да. Курочку, которую мы сегодня с вами приготовили, она может быть как холодная закуска, так и горячая. Вчера я вам показывал некопченые ножки. Они были, скажем, бледные.
Вот те самые бледные некопченые ножки очень хорошо готовить на мангале, на улице, на открытом огне. Эти замечательные окорочка вы уже можете кушать именно в холодном виде, как холодную закуску. Великолепно! Они у вас будут храниться в холодильнике не менее 2 недель. Лично я использую для хранения вот натуральный целлофан. В одном из наших видео мы уже с вами готовили мясные деликатесы. Как-нибудь я вам покажу, как можно сделать вкусную колбасу с использованием натурального целлофана. Почему именно натуральный целлофан? Дело в том, что он фактически дышит. Несмотря на то, что он выглядит как пластик, он делается из древесины, из целлюлозы. А это условно натуральный материал. Так вот, я беру 2 окорочка. Закрыл, видите как? Все, оно фактически там находится герметично. Мясницкий узел. Макраме вяжешь. Ну да. Вот в таком состоянии 2 недели в холодильнике, без проблем. Маркером ставите сегодняшнее число, чтобы вы знали, когда вы уже положили в холодильник. В течение 2 недель скушать. Ну, я так думаю, что... Не залежится. Если у вас нет натурального целлофана, используйте просто кухонную пекарскую бумагу. Завернули в бумагу, сверху фольгой. Точно так же оно у вас будет храниться 2 недели. Ни в коем случае не используйте пластиковые пакеты, потому что в них курица будет задыхаться, и уже буквально через 4 дня она уже начнет пахнуть, будет душок. Мясо должно дышать, но не обветриваться. Сегодня мы окорочка с вами приготовим на сковородке. Они уже у нас копченые, готовые, осталось их только фактически подогреть и подрумянить. К окорочкам я буду подавать сегодня картошку фри. Вы увидите, очень интересная картошка, мы еще такую с вами не готовили. Также мы с вами сделаем простой салатик, колеслав, такой, как подают в Макдональдсе. То есть фактически у нас с вами сегодня получится блюдо, приближенное к фастфуду. Сейчас мы с вами приготовим простой салатик, колеслав, так как его делают в Макдональдсе. Очень-очень тоненько нарезаем. Обычная капусточка. Нарезайте так тонко, как только можете. Супер простой салатик, но он должен нарезан быть очень-очень тонко. Мы его не будем мять, так как мы все привыкли. Он должен оставить свою фактуру. Его не солят, не перчат, добавляют только майонез. Буквально столовой ложки достаточно. С нашим блюдом он будет идеален. Да, вообще, баланс. Да, да, именно тот самый баланс. И когда мы кушаем копчености, жареные, капусточка очень хорошо помогает справиться нашему организму. Даем ему постоять минут 10-15. Пока будет готовиться наше основное блюдо, салатик настоится и станет мягче. Закрываем крышечкой, чтобы не обветривался, и в сторонку. Сейчас мы с вами сделаем тоже картошечку из разряда фастфуда. Обычно такую картофель, кудрявый картофель, продают на улице, стритфуд. Очень популярное блюдо. Сейчас мы с вами сделаем. Очень готовится просто, но многие не знают. Хороший острый нож. Желательно, чтобы лезвие было тонким. Так, ну смотрите. Краешек отрезали. Один, другой. Нарезаем наискосок. Режем так, чтобы чуть-чуть ниже половинки картофеля. Вот так вот. Тоненько. В среднем 1.5–1 миллиметр. Так тонко, как можете. Так, хорошо. А теперь... Если та сторона у нас была наискосок, это ровно. Точно так же, чуть-чуть ниже половины картофеля. Так, готово. Ну вот, смотрите-ка. Видите, что у нас с вами получилось? Пружина. Вот такая пружинка. Бамбуковая палочка. И распределяем аккуратненько. Вот такая вот история. Делаем короче, чтобы было удобнее жарить и кушать. Очень симпатично. Отправляем жарить. У меня есть фритюр в среднем 1.5 литра. Даваем его до 180 градусов. Сковородочку включил я специально для того, чтобы жарить нашу курочку. Все, сейчас начнем готовить. Буквально через 5-7 минут наше блюдо будет готово.
А у тебя в масле плавает травка. Не то ли это масло, которое мы делали ароматные травы? Ну, так и да. Так и оно. Ты хитрый. А потом я буду спрашивать, почему так вкусно, а ты скажешь, вот секрет. Да, да. Я всегда оставляю вот масло. Если я один раз пожарил вот специи, такие как тимьян или розмарин, и оставляю это масло для следующего использования, потому что рафинированное масло подсолнечное, оно позволяет нам это делать. Вот сейчас я на этом замечательном ароматном масле мы с вами пожарим картофель. 180-190 градусов, идеально. Граммулька оливкового масла. Поехали. Ножка. Закрываем крышечкой так, чтобы она прогрелась. Приготовьте емкость с бумажным полотенцем для того, чтобы положить свою картошечку после того, как она будет готова. Этот процесс займет минут 5-7, не больше. О, боже мой, как пахнет, да? Да, шикарно пахнет. Копченый все пахнет. Ага. Горячая копченая курица, это будет вкусно. Очень вкусно, очень вкусно. Фактически у нас с вами получается аромат, как будто мы с вами готовим на улице. Ну вот, видите, какая картошечка красавица. Да, еще пожарить. Да, ну конечно, конечно. Хрустело. Да, да. Не жалей. Вот это очень эффектно смотрится, готовится супер просто. Максимальный огонь не делайте. Нужно нам с вами только, чтобы курочка прогрелась, чуть-чуть подрумянилась, и этого достаточно. Ну, еще чуток, и все, она будет готова. Оригинально? Да, да. Вроде бы целая картошка на палочке, но она оригинально порезана. Угу. Видите, она всплыла, плавает. Это говорит о том, что она уже практически готова. Мы сейчас дадим ей возможность хорошенечко подрумяниться, и все. Хорошо. Ну, друзья, отлично. Все готово. Курочка горячая, картошечка приготовилась. Ну, посмотрите, какое чудо, да? Ну, пришло время сервировать. Ну, удиви нас. Друзья, угощайтесь. Вот такое вот вкуснейшее блюдо. У нас с вами начало осени, так что здесь запах лета. Дымка, жареные картошечки, прекрасная капусточка, домашний кетчуп и горчичка. Давайте дегустировать. Начнем с картошки. Смотрите. О, классика. Картошечка и кетчуп. Расхрустелся. Как я люблю эту штуку. Очень просто, эффектно. Горчичка. Прелесть. Обязательно приготовьте, друзья. Да. Лучше любого Макдональдса. Ну, давайте посмотрим, что у нас. Ну, вот наша курочка. Видите, цвет какой? Розоватый. Это говорит о том, что здесь у нас с вами нитрит натрия. Вкус невероятный. Ну, давайте попробуем. Вот только как будто бы с мангала сняли. На костре как будто бы готовили. А я из дома не выходил. Я добился такого невероятного вкуса. Просто-напросто на шестом этаже. О, чешское пиво. Вкусная курица. Картошечка. Ну, что еще нужно человеку, который любит покушать? Счастье. Друзья, на этом все. Надеюсь, что сегодня вам было тоже интересно. Вы что-то нашли для себя новое. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие.